Здравия фанатам фудтраков и добро пожаловать на ежегодный съезд фудтраков. Некоторые из вас уже бывали на наших встречах, и это видно по многим знакомым лицам. Вы уже знаете, как далеко продвинулась бургерология с самого начала создания нашего братства. Как спин-офф ассоциации падали. Доктор, ты же записываешь, это важно. Сэр, я пытаюсь, но боюсь, потерял свой блокнот. Он точно должен быть у тебя. Там так много хлама. Давай, Рось, он точно у тебя. Это что, бабкина сумка? Эй, Тим, я чутка волнуюсь за Стива. Он выглядит, ну знаешь, довольно таким запыхавшимся. По-моему, он просто нервничает за зомбаря. Ну, а ты разве не волнуешься? Нет. Это чудесный рюкзак, Пен. Я не могу отрицать качество мирного предложения. Вилли, мне нужна твоя помощь! Что такое? Мои руки слишком короткие, чтобы снять этот рюкзак. Он даже слишком большой, чтобы сидеть! Ты серьезно? Вилли, помоги! Вау, да он реально словно присос. Но вернемся к бургерологии. Ведь нам еще предстоит сделать так много. Нам нужен кетчуп краснее, а горчица желтее. Доктор! Вставай! Ты же позоришь меня! Я все. Победа за вредной едой. Нет! Не дай ей долить! Встань, доктор! Встань! Конрад! Нужно подкрепление! Нам нужна помощь! У нас потери! Он доктор! Человек с медобразованием! Сколько вам тот старик платит? Оу, да примерно где-то $1000 в час. Сколько? Да-да, народ, работенка не пыльная. Конечно, не стоматолог, но все равно круто. Откуда он только деньги берет? Из большой дырки в земле. Да, из большой дырки в... Стоп, что? Я и не знала об этом. Ты смеешься? Нет, я его видел. Он спускается в большую земляную яму и возвращается с кучей денег. Как часто он это делает? Каждое утро до начала работы. Я не слежу за ним. Просто думал, что он странный. Нет, правда странно. Определенно странно. И может даже незаконно. Эй, друг! Я тут погляжу, ты без ума от рюкзака. Черт, Стив, ты выглядишь как модель с того света. С этим рюкзаком. Ну почему он такой тяжелый? Он прочный. Невероятно прочный. Кстати, а у меня есть... Еще один подарок! Что это? Это же ланчбокс, Стив! Для хранения твоих чудных бургеров. Точно. Но у меня уже есть рюкзак. Для бургеров всегда нужно место, Стив. Мы как продавцы точно это знаем. А ты ведь их продаешь? Думаю, да. Ну вот! Наслаждайся! Бон аппетит! Стив! Откуда такой офигенный ланчбокс? На